Боже мой, мы в каком мире живем? Мы где? В России или где? Мы всему миру, помогаем! У нас доходило до того, что у нас и унитазы нечем смывать было. То есть ни унитазы, ни приготовить, ни помыть, ни постирать, ничего. У нас машинки стоят, просто гудят. У нас такие проблемы с 2019 года. Мы обращались в администрацию, в прокуратуру, к депутатам обращались, в Роспотребнадзор обращались. Ну, в общем, во все, в принципе, органы даже дошло до того, что я написала уже Путину. Покупаем воду питьевую, соответственно, потому что тоненькая стройка невозможно даже стакан налить. А ребенка искупать мы перед уходом на улицу за 2-3 часа наливаем горячую воду, чтобы она остывала. Многочисленные жители не в состоянии купаться, стирать в нормальное время. То есть все выходят ночью на стирку, на помывку и так далее. Живем как не знаю где. Ребята, найдите такую возможность, чтобы в нашем доме была вода. Обращаюсь к тем руководителям, которые отвечают за это дело, которые решают эти вопросы. Так вот, пусть они найдут такую возможность, найдут такое время для того, чтобы все это решить.